Три дня машина САХ не может попасть во двор этого дома на Депутатской. С одной стороны припаркованная у забора машина, с другой – ограждение. Втиснуться в узкий коридор мусоровоза невозможно. А все эти дни на контейнерной площадке копится мусор, копятся и жалобы жильцов. Машины ставят в хаотичном порядке, как хотят, и уходят. Везде, во дворах, тоже же на Яне Фабрициусе заедешь, всегда машина стоит. Как его мусор брать, непонятно. Если человек добропорядочный, он придет, оставит телефон. Или придет, он беспокоится о машине. Это уже третьи сутки стоит. Водителя этой машины работникам САХа найти не удалось. Ни самого нет, ни номера телефона. Теперь поисками займется полиция. А мастера спецавтоколесства как могут выкручиваются из ситуации. Пришлось договориться с застройщиком вот этой стройки, чтобы он через свою территорию пропустил нашу машину для мусора, потому что жалобы от жильцов поступают, и мы не можем их оставить вот такой ситуации. Здесь сегодня мусор вывезли, но не факт, что такая ситуация не повторится в соседнем дворе. Неуважительное отношение и к коммунальщикам, и к своим соседям. Это проблема не только улицы Депутатской. Городские власти предлагают нарисовать во дворах островки безопасности. Мы советуем специальную раскраску осуществлять мест проезда спецтехники, мест стоянки спецтехники. Каждому домкому надо подумать, а если, не дай бог, загорится дом, где будет удобно располагаться пожарному расчету, дабы смочь потушить пламя. И эти места специально выделять и запрещать там парковаться жителям. Вопрос создания таких островков безопасности уже обсуждался на городском уровне. Но их не просто вписать в уже существующие узкие дворовые проезды. Помочь ситуации должны и дорожные знаки. Для этого жильцы могут обратиться в городскую комиссию по безопасности дорожного движения. Запрещающий парковку знак позволит эвакуировать закрывающие проезд автомобили. К этому вопросу, помимо спецавтохозяйства, власти призывают подключиться также управляющие компании и ТОСы. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.